О боже, как хочется просто мне немножечко расслабиться с тобою. Как же хочется мне кусочек пиццы съесть и на бутылку сесть, лишь бы ты была со мною. Моя любимая, моя красивая, моя королевна, моя пизда. Как же хочется мне пицценьку, самую красивую и вкусненькую. Дайте мне в ротик, не хочу в ротик. Алло. Что, простите? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения, да, сын, наверное. Я по поводу ремонта, да, вот кофемашинки. Да. Да. Я прошу прощения, вот взял себе автоматическую машину Рифис. Феликс. Филипс. Да, Феликс. Ну вот это вот не наша. Дело в том, что я ее 2 дня попользовался, а сейчас она у меня не работает. Вы занимаетесь ремонтом автоматической техники такой? Да, вы мне подскажите, пожалуйста, свой контактный номер нормальный, российский. А какой у вас? В смысле нормальный российский? Я русский, я нормальный. Я понял, у вас просто контактный номер начинается на 3. А, да это я с этого, из офиса звоню, видимо, городской номер мой. Угу. Я понял. Так, значит, по поводу машинки, какие сроки, когда привезти, сколько стоит примерно будет автоматику отремонтировать? Диагностика у нас есть, она бесплатная, проверим, посмотрим, будет видно. Я так понимаю, она у вас еще на гарантии, да? Да, как на гарантии, я ее брал, это самое, не прямо тут в магазине, я ее заказывал на сайте вот это вот, как он называется, Мазон вот этот, Мазон, ну там, где интернет заказы вот эти, мне он, сын заказал ее. Ну, я понял, ну вы говорите, пользуетесь. Да я дня. Как пользуюсь, дело в том, что я здесь, извините, да, за бестактность, возможно, как-то. Я человек не молодой, уж совсем, скажем, вот этих ваших терминах не разбираюсь. Просто автоматически там сверху засовываешь вот эти вот зерна. Один, раз, что-то... зафил. Молотилка, второй, молотилка работает. Раз, пошел этот, перемолол зерна, раз, посыпалось. Выставляешь режим, там сенсорные вот эти кнопки, там раз, там пошел брак, все. Поставил молоко, понял? Молоко. Mm-hmm. Да. И дело в том, что я ж, у меня подруга есть. Я ж приехал, же ж показать, же ж, говорю, у меня вон, говорю, все больше, говорю, никаких макдаков вот этих вот. Она там постоянно брала у меня кофе вот это, да, выпивала, экспрессо брала. Постоянно экспресса. Я говорю, дорогая, вот я ей показываю аппарат. Экспресса сделал, все, налил как следует, раз туда. Вот, и дело в том, что у нас с ней, ну, как бы секс, извините, секс был, понимаете? После экспресса. Ну и, извините за бестактность, возможно, я думаю, может, я кончил на аппарат туда. Либо в аппарат попала, залетела, потому что на столе прям, я ее прям там и возле кофемашинки дернул. Кончил, наверное, в аппарат. Понимаете, о чем я? Да. Ну, может, что-то замкнуло там, не знаю. Прям сперма туда брыснула. Мне что-то кажется, что именно вот я еще посмотрел, я думал, молоко там же, что у меня ж молоко ж еще есть. Я думал, молоко ляпнуло на эту. А потом что-то смотрю, а как она ляпнула, аж там в емкости-то было сперма. Ой, молоко. Я и кончил, наверное, на аппарат туда. Аппарат, так сказать, не почувствовал, габарит его. Ну, новый аппарат, не привык к нему. Раз, она ж экспресса у меня раз выпила, оттуда говорит, о, говорит, поплыла, все. Ну, я ее прям, мы с ней любим заниматься всем этим всегда. И я, ну, как начал, у меня ж вот это... Неконтролированно, еще у меня секса не было неделю, яйца набубенили, как пошло туда, вот это бр-бр, я ж там столько залил, господи. Я и на нее, и на машинку свою вот эту автоматическую брыснул. Че, сколько будет стоить, не знаю, что помыть, не помыть, или сами там оботрете. Ну, прям спереди вот это, где
ну, вот эти кнопки сенсорные, все забрызгал. Диктуйте адрес, я вам курьера отправлю, курьер бесплатный приедет, берет сервис, проверим, посмотрим, скажем, что по цене. Не, и, а и там вот эту, извините за выражение, сперму, что, вытирать, чтобы он видел, хоть где вот эти источники были, ну, именно откуда, возможно, попадание в аппарат. Я понял, не беспокойтесь. Сперма. Сперма, конча, ну, семя, понимаете, конча. Я понимаю, да, я вас прекрасно понял, не беспокойтесь. У нас звонки записываются и все слушается. Ну, понял, вот, как раз прослушайте, будете знать причину, чтобы потом вдруг там мастер, да, будет не понимать, в чем проблема с аппаратом, правильно? Да, да, да. Прекрасно. Да я уж не молодой, вы ж простите, может, что не так где-то там в терминах запутался. Ну, говорю, как есть, просто вы сами, да, вот, мужчина, понимаете, что такое страсть, да, и когда экспрессо пьешь, что бывает. Да, я понял. Установка-то новая, автоматика. Номер телефона и адрес. Япончик, япончик. Возрождение 27, квартира 56. Вот тут установку так. Вот эту и как раз оприходовал. Полный адрес, будьте добры, ваш. Чего? В смысле полный? Ваш адрес, будьте добры. Улица Возрождение 27, квартира 56. Возрождение, тут возрождались люди. Кирыч, да, значит, это самое, все сейчас в сперме, все везде вот это, капнуло прям в стакан туда, ну стакан ладно, там оно с молоком перемешалось, я его выпил. Я понял, фамилия, имя, отчество. Антон Павлович Гнидник. Антон Павлович, фамилия, Гнидник. Еще раз? Гнидник, Гнидник. 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 Ну что там, записали? Вас Гнидник, как зовут? Антон Серег... Павлович. Как? Максим. Максим. Не-не, вы как сказали? Ну... Гнидник Антон Павлович. Гнидник, да. Угу. Кто? Ваш контактный номер телефона. Вас как зовут, вы сказали? Максим. Это у вас имя или кличка? Имя Максим. Я сочувствую вам. У меня собаку так звали, царство небесное. Овчарка немецкая, здоровенная была, воспитана такая, холеная, зараза. Лапы отказали задние, померла прямо в квартире. Ну ладно, это все мелочь. Да. Контактный номер телефона, будьте добры. Плюс 7. Так. 987. Так. 1-4. Так. 2-8. Так. 2-2-8. Угу. Да. Не хотите, кстати, ко мне на кофе, когда машинку сделаете? Нет. Я вам экспрессо сделаю с молоком. Нет, спасибо, не хочу. Не хотите? Ну, зря. Я сам, ну, я уж этот стал этим, как он, пармезан. Ой, а этот, как он называется? Бариста, бариста, вот. А? Как называется кофемашина? Рихис. Пхиликс. Как? Пикселикс. Пиксельс. Пихельс. Филипс. Да-да, как? Филипс. Да-да, это японская техника, наверное. Угу. Аппарат серьезный, он все? Дорогой, я его купил дурак-то. Хорошо. Он стоит так. Сейчас я когда в отдел логистики вам... Он больше, я чем понял. Зарплата вы... моего сына в пятерочке продавца. Я вас прекрасно понял. А ждать да. Вас, вам сейчас коллега с отдела логистики перезвонит, договоритесь по поводу курьера. Я понял, вам что, хамелеона сделать или что? Что, кого сделать? Хамелеона. Какого? Да. Или что? Не понял, еще раз. Ярлоу. Хамелеон. Ладно, ладно, не пугайся, не бойся. Это у нас в армии так шутили. Как говорится, прохладно сейчас, говорю, на улице, как в армии. Держи удар, хамелеон. Понял. Понял, все, да. Ждать, ну, ничего страшного. Сколько тебе Олег, хоть лет будет? Сколько тебе лет, Саш? Я не Саша, я Максим. Да и этот одно и то же. Сколько лет-то тебе? 23. Сочувствуй, лови хамелеона.
не понял. Держи удар, салага. Хамелеончика. Поймал. Я понял. Мне передавать в отдел логистики, коллеги, с вами свяжутся, договориться? Мне хорошо? Сегодня надо только. Я кофе хочу экспресса выпить. Хорошо. Передам сейчас, вам перезвоню. Прям сейчас перезвонит, пусть, потому что хамелеона получите оба, если не перезвонить. Давай.